Ты в отличной форме, Тайкус. Вижу, в холодильнике ты не испортился. Ты знаешь, страх и насилие – первоклассный тоник. Должен признать, мы всегда были отличной командой. Ну да. Пока я не сел, а ты не заделался добропорядочным гражданином. Да. Ну что ж, хотя бы так. Всем приветшики, с вами, как всегда, я Дезертир, и мы продолжаем наши похождения. Никогда не задумывался, почему Менгск до сих пор не отправил за тобой призраков? Ты ведь ему как заноза в одном месте. Погибнув сейчас, в глазах общества я превращусь в мученика. И тогда ему от меня точно не избавиться. Сначала он должен смешать меня с грязью. Верно, друг. Хорошо, что ненависть к нему не замутила твои мысли. Но его терпение тоже не безгранично. Будь осторожен, мистер Рейнер. Кто-то из твоих работает на Менгска. Я чувствую это. И правильно. Ну и как Один показал себя в бою? Брат, это величайшее изобретение человечества. Когда я шел и сметал врагов потоками праведного гнева, я чуть не разрыдался. Ха, в общем, только скажи, и я с радостью выйду на бис. Скоро будет такая возможность. Не волнуйся. Так, ну что по новостям у нас сегодня? С вами Кейт Локвилл в прямом эфире из студии UNN на Кархале. И у нас в программе специальный репортаж Донни Вермиллиона. Кейт, сейчас я имею честь говорить с генералом Горацием Ворфилдом. Итак, генерал, я правильно понимаю, что вооруженные силы Доминиона готовы представить нашему вниманию Одина, новейшее оружие в борьбе с зергами? Совершенно верно, Донни. Один пройдет маршем по улицам Кархала. И полное освещение этого события доверено вашему замечательному каналу. Генерал, здравствуйте. Это Кейт Локвилл. До нас дошли слухи, что во время перевозки Одина возникли технические затруднения. Кейт. Это правда, Кейт. Отправку задержали, связь с заводом ненадолго прервалась, но робот прибыл в целости и сохранности, поэтому церемония пройдет по плану. Итак, процесс пошел. Скоро новое орудие уничтожения сотрясет тяжелой поступью улицы Кархала. Какая муха ее укусила? Передайте, чтобы она не вклинивалась в мои интервью. Значит, твой Хорнер все-таки управился с перевозкой. Поразительно. Это да, прям ужас. Ладно, новый Фолсом. Джеймс, я подумал, что тебе приятно будет иногда выглядывать на эту штуку и вспоминать, как новый Фолсом, а вместе с ним и режим Менгска дал трещину. Я всегда с тобой, брат, Тош. Новый Фолсом, тюрьма, не подбирайте попутчиков. Ну, вроде здесь ничего больше нового нету. Кстати, случайно заметил, что он там висит, и даже не помнил этого. Давайте в лабораторию наведемся, посмотрим, что тут есть. 802 в четвертой, плюс 12, не забыть запятую, Е в кубе. Нужно больше образцов. Окей, будет тебе больше образцов. Так, короче, получили еще дополнительный кредит. В принципе, мы здесь все прокачали, так что больше сюда ни зачем не будем наведываться. В кают-компании мы были только что, в арсенал заведуем. У Свона, наверное, что-то есть по диалогам. Ну что, мастер, сможешь построить что-нибудь вроде этого Одина? Ты спятил? У нас мощностей не хватит для производства такого масштаба. А я думал, ты можешь все что угодно. Ха. Ладно, черт с ним с масштабом. Придумаю что-нибудь, ты уж не волнуйся. Я тебе такую хреновину склепаю, рядом с которой этот утюг-самоход и близко не стоял. Вот увидишь. Ну, посмотрим, что ж ты мне такого интересного склепаешь. Мне даже стало, блин, действительно интересно. Ладно, а у нас здесь 15 тысяч. В принципе, можно посмотреть, что по флоту. По флоту здесь ничего не интересного. По технике вроде бы тоже.
Так, ладно. Пехота нет. База системы пожаротушения, да. И, наверное, по технике танки мы все-таки прокачаем, я думаю. Чтобы они осадный урон, короче, чтобы он был больше. Все, на следующем месте, кстати, нам, по-моему, это понадобится. Может и нет, я вот, честно, не вспомню даже. Ладненько, ребятки, давайте на мостик. Давайте на мостик, жалко, мы Ариэль больше не увидим, но... Какая печаль, короче говоря, беда. Ладно. Хорнер, чувак, давай скажи что-нибудь. Сэр, когда Тайкус поднимался на борт, я попросил техников просканировать его. Мэтт, тебе нужно срочно завести себе хобби. Сэр, я серьезно. В скафандр Тайкуса вмонтировано устройство, которое по сигналу может отключить все его жизненно важные органы. Этот скафандр — смертельная ловушка. Он постоянно на волосок от смерти. Кто же подписал ему приговор? Мёбиусы? Тайкус, Тайкус, во что же ты ввязался? Судя по всему, у вас что-то очень плохое. Ладно, поехали на карту. Итак, Тирадор... Кажется, твоя королева клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мёбиусов доктор Нарут сообщил, что зерги напали на главную исследовательскую базу на Тирадоре. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. Я думаю, что все-таки поедем сюда, потому что на Кархал мы еще успеем. Поехали, друзья. Я надеюсь, вы не против. А, командир Рейнер. Слава звездам, мы вас дождались. У вас отличная репутация еще с тех пор, как вы служили шерифом. И я знаю, вы сделаете все, чтобы помочь нам. Давно дело было, доктор. Я смотрю, вам досаждают зерги. Чем мы можем помочь? Мы готовы эвакуироваться, но команды, отправленные уничтожить секретные данные фонда, так и не вернулись. Я хочу, чтобы вы уничтожили хранилище данных, пока королева клинков не добралась до них и не узнала координаты оставшихся артефактов. От этого может зависеть судьба всего сектора. Обнаружено пси-излучение класса 12. Будьте предельно осторожны. Керриган. Док, времени у нас еще меньше, чем предполагалось. Вылетаем. Быстренько, а? Раз. Есть, два. Отлично. Чего от вас сюда? Анализ поискового алгоритма королевы клинков завершен. Рассчитываю время обнаружения королевой ближайшего хранилища. Все гоняешься за мной, Джимми. Зря прилетел сюда, дурачок. Я тут не задержусь, дорогая. И будь я проклят, если позволю тебе хоть пальцем тронуть эти артефакты. Я передаю вам командование медеваками. На них вы можете перевозить войска и уходить от нежелательных столкновений с зергами. Подвигом готово. Шиквозненько. Это рейдеры. Мы спасены. Куда летим? Так, у нашего вот этого модевака пока нет особо ничего. ТСМ готов. Что происходит? Так. Сюда! Мы на крыше! За дело. Так. Пристройка завершена. Ничего страшного, ребят, ТСМ потерпите. Готов. Требуется недостаточно минералов. А, блин, гребаные хранилища, как я вас люблю. Ху-ху-ху. Не молчи. Давай, удиви. Так, все, один медвак влезет. Уже и поехали. К трудовым подвигам готовы. Вот, пусть они здесь потихоньку развивают. Есть работенка. Так. Рейдеры Рейнера, вытащите нас отсюда. Есть. Так, 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 выгружаем войска. До того, как она сюда придет. Скорую помощь. Я уже на... Системы функционируют. Давай, удиви меня. Так, ну я думаю, стимулятор пока врубать не будем, чтобы не тратить наших. Может и будем. Шикозненько. Так. Идем дальше, парни.
Ну, конечно. Хранилище данных Мёбиуса. К остальным я тебя не пущу. Ах ты, черт. Ладно, по крайней мере, она не знает, где находятся остальные. Полетели к следующему. Та-тан-тан-тан. Я думаю, что вот так вот пока хватит. Бруталиск. Стэтману как раз нужны образцы их тканей. Захватим парню сувенирчик. Доктора вызывают. Ну, да, можно будет захватить, я думаю. Так. Сэр, уничтожьте этого червя Нидуса, иначе зерги разрушат нашу базу. Что за спешка? Доктора вызывали? Требуются дополнительные хранилища. Ну, давайте, давайте, давайте. Потихонечку, полегонечку. Нет, еще один потерян. Эй, эй, сюда! Так. Нужно пока аккуратненько все это делать. И мне нужны, кстати, ребята мои, чтобы они мне тут улучшения делали. А ты будешь мне, наверное, побольше еще присылать войск. Даже, наверное, нет, знаешь, вот, вот здесь просто построй рядом. Понял. Точнее, СМ готов. Требуем недостаточно энергии. Требуется дополнительные хранилища. Я думаю, что есть смысл развивать базу до того, как куда-то лететь. Недостаточно минералов. КСМ готов. Что, если мы просто вылетим, ну как бы особого смысла в этом не будет. Там мы просто тупо помрем, короче. Мне надо КСМ небольшую оборону организовать, я думаю, тоже. СМ готов. К трудовым подвигам готово. Надо найти где-то вторую базу. Так. Задавим их интеллектом. Там вот надо поставить. Жду не до... Вооружен и обстреляны будут. Давай, удиви меня. Кому навешать? Я уже заждался. СМ готов. Так точно, сэр. Не молчи. Так, даешь, сюда идем. Хорошо, что вы появились. У меня типа забрали. Вас понял. Давай, удиви меня. Уничтожаем их. Требуется помощь. О-о-о. Я уже заждался. Окей. Ну давай, давай, иди сюда, давай. Ага, молодец. Как скажешь. К трудовым подвигам готово. Вперед! Так. Вооружен и опасен. Они все-таки рядом приземляются, да? Жду не дождусь. Месторождение минералов выработано. Слышимость отличная. Война на приказы будут? Бегом! Задавим их интеллектом. Я уже заждался. Окей. Шикозненько. Давай, удиви меня. Так. Тебе все-таки придется перелететь, да? Блин, обидно. Нам нужно еще больше минералов, потому что здесь их как-то уже не хватает. Это значит, нам нужна еще одна база в идеале. А как же? Улучшение завершено. Есть работенка. Есть. Пристройка завершена. Точняк. Ты никогда не умел признать свое поражение, Джимми. Бой или домой? Ладненько, попробуем быстренько пробежаться. Смело. Надеюсь, что мне... Даешь разбой.
Хватит того, что я убил. Эй, нам нужна помощь! Привет, дороги! Мы не смогли уничтожить хранилище. Помогите нам! Это по мне. Давай, удиви меня! И что теперь? Я уже требуются дополнительные хранилища. Так. Требуется дополнить. База атакована. Кому наверх? Блин. Отлично. Придется возвращаться, да? Вас понял. Прив. Скорую помощь вызывай. Посылайте подмогу. Кто-нибудь вытащит меня отсюда. Никто не верит. Месторождение минералов выработано. Так. Бегом, марш! Давай, удиви меня. Кому на это не сволочь, это, а? Ваша остановка. Чего, давай. Здесь раз, брось, два, дороги! Три. Требуются дополнительные хранилища. Вооружен и опасен. Есть. Ну как-то вот так, надеюсь, этого хватит. Выработано. Нам нужно новое место рождения. Вижу, ты готов уцепиться за любую соломинку. Ты ведь не думаешь, что этот ваш план сработает? Думаю. Приказ получен. Смело. Так, так. И так. На выход! Провожающие, покиньте салон. Ясно. Вас понял. Пока все хорошо. Брось с дороги! Твоему доктору Наруду не запутать меня этими жалкими шарадами. Я знаю, что это за артефакты. И скоро они будут у меня. Чем бы они там ни были, ты их не получишь. Кто бы мог подумать, что ваша королева будет доставлять нам столько хлопот? Я вот тоже приказы думаю, будут. Кто бы мог об этом подумать? Отлично. Так. Сэр, еще один червь Нидуса выполз из-под земли возле базы. Давайте подмогу! Требуются дополнительные хранилища. Блин. Месторождение минералов выработано. Есть! Давай, удиви меня! Кому зря что ли строил. Подтверждаю. Выдвигаю. Кто-нибудь вытащит меня отсюда. Месторождение, да вы прикалываетесь. Минералов выработано. Посылайте подмогу! Что на новенького? Как они успели так? Это... А, ну да, там червь Нидуса точно. Даешь разбой. Брось с дороги! Так, она сюда уже, получается, не пойдет, да? Значит, мне... И что теперь? Можно часть войск высадить. Выдвигаюсь. Взять, давай, допустим, есть, вот вас сюда. Скорую помощь вызывали? Слышимость отличная. Высадить здесь. Требуется, что, в принципе, этих хватит. Хранилище. Получить пару люлей. Хочу. Надеюсь, выжить. Требуются дополнительные хранилища. Что происходит? Шкозненько. За дело? Так, построить. А! Чего пугай? Ой. Не молчи.
Выкладывай. Месторождение минералов выработано. А? Стройте быстрее, куда ребят. Куда летим? Приказы будут? Будет сделано. Еще бы. Куча-куча людей. И что теперь? Теперь мы бежим, летим вот сюда. Так точно! Прием! Вооружен и опасен! Нам нужно просто его убить, поэтому мы это сделаем. К трудовым подвигам готово. Дави меня! Это! Еще бы! Не молчи! Только свистни. Так, а получается у меня нету, да? Угу. Кому навес? Жду не так. Вооружен я. Скорую помощь вызывай. Ладно, вы, видимо, здесь останетесь, ребятки. База атакована. Подтверждаю. А? Садись, прокачу. Уже в пути. Воу-воу-воу-воу. Что происходит? Пристройка так. Завершена. А? В принципе, они могут добывать, как бы не особо париться. Там чинится, это все в разы вообще ли изи просто, я не знаю. Есть работенка. Так. Буди. Что происходит? Кого подлатать? Давай, ребят, строй. Красавцы. Выкладывай. Угу. Думаю, бункер еще здесь построим. За дело. Здесь нельзя строить. Ну, остальные прошли добывать, короче. Давай, удиви меня. Превосходно. Не молчи. Приказ поняла. Я не продержусь в одиночку. Дважды можно не повторять. Кому навешать? Месторождение минералов выработано. Конечно! Последнее хранилище уничтожено. Немедленно эвакуируемся. Изи. Изи-пизи. База атакована. А теперь, доктор, скажите мне, почему королева клинков так хочет заполучить эти артефакты? Артефакты пугают ее не меньше, чем их создатели, известные нам под именем Зелнага. Знаете ли вы, командир, что именно Зелнага в свое время создали и зергов, и протосов? Они были подобны богам. Крутенько, крутенько. Фактор Мёбиуса на уровне сложности. Короче, выполните все задания до того, как она уничтожит свое строение, но я, извините, не успел чуть-чуть, потому что она 7 уничтожила, на 2 меньше, чем надо. Короче, спасено охранник фонда Мёбиус, можно было спасти 22, но благо задания такого не было, поэтому... Окей. В общем, всем спасибо, всем пока, с вами был Костя Диссертир, увидимся в следующей серии. Как-то так, да, ага.